когда смотрели на мультики на СТС, когда мы все зависали в сенсоре КС. Мы собрали свою жизнь из лего, ну и что? Фишек и тамагочи уже давным-давно. Когда Дарт Вейдер еще был совсем молодым, когда экран твои ноги вдруг стал цветным. Дети нулевых, не трогай кто там, привык сражаться как шаман, кинг или бабакунка. Видели мамонтов и офис монстров, и не пугай Таиланд нас после Скуби-Ду. Дети нулевых, не просто слабо, будь с нами осторожен, а не то. Кто рожден нулевые, святые, это факт. И такими нас сделали эти времена, когда смотрели мы мультики на СТС, когда мы все зависали в Симсулин КС. Мы собрали свою жизнь из лего, ну и что? Фишек и тамагочи уже давным-давно. Когда Дарт Вейдер еще был совсем молодым, когда экран твои ноги вдруг стал цветным. Пиратские CD, журналы, аплейки, шахматы, хан, горца, все это без солнца. И в мясе Ленди Гага, Джонни Депп, в пиратах это просто жить, быть в вайбе нулевых. Дети нулевых, не просто слова, будь с нами осторожен, а не то. Ну да. Кто рожден нулевые, святые, это факт. И такими нас сделали эти времена, когда смотрели мы мультики на СТС, когда мы все зависали в Симсулин КС. Мы собрали свою жизнь из лего, ну и что? Фишек и тамагочи уже давным-давно. Когда Дарт Вейдер еще был совсем молодым, когда экран твои ноги вдруг стал цветным. Когда Дарт Вейдер еще был совсем молодым, когда экран твои ноги вдруг стал цветным.